Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Галина Сабудская, директор сети магазинов «Женави». Галина, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь, скажите, пожалуйста, что такое компания «Женави»? Компания «Женави» – это, прежде всего, российская компания, самый крупнейший производитель ювелирной бижутерии в России. Компания существует уже больше 20 лет на российском рынке, получила свое признание как в России, так и за рубежом, имеет много постоянных клиентов среди своих звезд и также людей «Бомонда». Вот. Очень рада представлять ее в нашем городе. В нашем городе, кстати, как давно существует? В нашем городе уже более 3 лет существует эта компания. Тоже у нас имеются свои постоянные клиенты, поклонники этого бренда. Вот смотрите, ювелирная бижутерия, да, вот само понятие, как бы, вот, что оно из себя представляет, ювелирная и бижутерия. То есть это драгоценности, по сути. По сути, да. Это отличие ювелирной бижутерии от просто бижутерии тем, что все изделия, которые здесь представлены, они прежде всего выполнены с использованием драгметалла. Вот, являются гипоаллергенными с покрытием золота, гальваническим покрытием золота и серебра. Вот, каждое изделие, оно разрабатывается дизайнером, производится на заводе с использованием вставок камней Сваровски в основном, потому что «Женави» является постоянным партнером компании «Сваровски» в Австрии, является не просто партнером, а бриллиантовым партнером, занимает 3-е место по использованию камней Сваровски в мире. И поэтому то, что все, что вы здесь видите, то, что представлено здесь, используются камни Сваровски, все они натуральные, имеют сертификаты, имеют как бы соответствуют качеству Сваровски. А давайте вот про что-нибудь расскажете конкретно, какое-нибудь украшение мы крупно покажем. Вот, например, что-то такое очень красивое у нас здесь висит. Вот это что и из чего? Ну, вот это вот колье. Как бы, наверное, больше сказать, для вечернего варианта, выход женщины, девушки. Вот, оно используется здесь сплав латуни, покрыт гальваническим покрытием золота. Вот. Также используются вставки, все камушки, которые вы видите, это Сваровски, вот, и фианиты. И вот то, что это бижутерия ювелирная, то есть, наверное, ценовая политика тоже как-то отличается, да, вот от украшений ювелирных полностью. Ну да, конечно, как бы в лучшую сторону для покупателя цена значительно ниже, если мы будем брать драгоценные, ну, как бы ювелирные украшения, вот, и, соответственно, вид вы видите, что ничем не хуже. Там, я думаю, что если ювелирные украшения не каждая женщина может позволить, то такую красоту одеть и быть красивой всегда. Вот, кстати, касаемо ассортимента. Это ювелирные украшения, кольца, серьги, да, вот, колье, что? Полный ассортимент. Компания выпускает практически каждый месяц новую коллекцию. Сейчас уже более 30 тысяч разных вариантов там колье, колец, серьги, все, что вы только пожелаете. И разные варианты, как и на вечер, так как и на повседневные носки. Украшения прекрасно носятся, они не требуют какого-то дополнительного ухода, и так как это покрытие настоящими драгметаллами, золотом и серебром, выглядите вы изумительно. Вот. И каждый может подобрать на свой вкус. Вот у нас, кстати, как ни странно, да, Новый год вот, абсолютно не за горами. Да, то есть какая-то новая коллекция или какие-то предложения особенные, может быть, к Новому году будут? Да, к Новому году выходит новая коллекция. В Новый год каждая женщина хочет быть красивой, поэтому каждый год выходит новая коллекция, новогодняя, посвященная именно Новому году, с тенденциями, с трендами именно этого года. Абсолютно каждая вещь дизайнерская. Приходите в наши магазины, будут подарки, можно подобрать что-то для себя, подарки своим
близким. Ну вот, наверное, существует какая-то еще и сувенирная продукция, да, потому что не только женщины хотят быть красивыми, и подарки дарятся и детям, и мужчинам, и, в общем, всем, да, родным, близким. Да, в наших магазинах также есть сувенирная продукция. Вот грядет год овцы или козочки, поэтому там замечательные всякие украшения на эту тематику. Также сувенирная продукция, игрушки. Все можно прийти, посмотреть. Игрушки тоже дизайнерские. Для мужчин у нас есть в ассортименте запонки с использованием тоже вставки вот камней Сваровски и заклепки для галстука. Угу. А вот что-нибудь суперсовременное, супермодное вот на данный момент, да? То есть коллекции же они меняются, а как бы мода меняется на украшения. Что сейчас наиболее актуально у нас? Осень за окном, да? Хочется чего-то яркого, такого жизнерадостного. Сейчас последняя тенденция, она, кстати, вот представлена у нас на столе. Это кольца с крупными камнями, серьги, потому что осень – это время года, когда все такое унылое, а хочется выглядеть, тем не менее, ярко, живо. И поэтому вот последняя коллекция, которая вышла в Женеве, она вышла именно с крупными яркими камнями, броскими, чтобы все равно как бы и радовать себя, и быть ярче даже вот в такую унылую погоду, серую, поднимать себе настроение. Галина, вот скажите, пожалуйста, сейчас, время такое, наверное, да, что всегда и везде и периодически проходят какие-то акции. Вот касаемо Женеве проводятся акции какие-то, может быть, вот в ближайшем будущем что-то будет, чем-то порадовать своих покупателей? Да, вот с сегодняшнего дня у нас стартует осенние акции, минус 20% на весь ассортимент нашего магазина. Поэтому приходите, выбирайте для себя. Я думаю, что шикарная скидка к нашей цене. Уже несколько магазинов существует, да, Женеве? Да, в данный момент сейчас у нас 2 магазина. Мы планируем расширяться, открывать еще и радовать наших покупателей. То есть перспективы на будущее шикарные. Да. А вот сами вы носите бижутерию в Женеве, ювелирную? Да, ношу. Вот, и все мои подруги, близкие люди тоже носят, всем очень нравится, довольны, и получаю комплименты, много в свой адрес, вот, интересуются сразу, что это, всем становится интересно, как бы это, наверное, вот лучшая реклама, когда ты сам используешь эту продукцию. Наверное, вот. Удивляются, да, очень сильно. Да, оригинальные украшения, как правило, привлекают внимание так не только женщин, там и мужчин тоже спрашивают, а что, откуда такое интересное, что это? Потому что действительно необычно, всегда выглядишь стильно, всегда обращают на тебя внимание. Приглашаем всех жительниц города Рязани прийти в наш магазин. Вы можете посмотреть все эти украшения воочию, померить их, выбрать что-то для себя. А у нас в гостях была Галина Сабуцкая, директор сети магазинов «Женеве». Программа «7 минут». Увидимся.